Да, у нас было очень много теорий по этому сопернику. Разбирали как в целом команду, так и индивидуально каждого игрока слабые и сильные стороны. Поэтому я думаю, что мы разобрали целиком и полностью эту команду. Ну, конечно, помню, потому что когда я туда попала, я и не думала, что я вообще буду играть в основном составе, потому что до этого такого не было. И когда я узнала, что, ну и понятно стало, что я выйду с первых минут, это было очень волнительно, но с другой стороны это было круто и, ну, ощущалось прям такое, что ты на таком крупном турнире и в таком возрасте выходишь на поле уже с опытными игроками в твоей команде, и это незабываемые эмоции. Ну, волнение, оно всегда присутствует. Это, мне кажется, хорошее и приятное чувство, которое должно быть у каждого футболиста, потому что футболист, который не волнуется, он неправильно играет в футбол, мне кажется. Неправильно подходит к матчу и готовится к нему в целом. Поэтому волнение есть у меня при каждом матче. Но что касаемо уверенности, я стала старше. Прошло несколько лет, где я сыграла достаточно матчей и за сборную, и за клуб. Поэтому я думаю, что я более спокойна, но с волнением, хладнокровием подойду к этим матчам. С большей уверенностью, чем тогда, когда мне было 19 или сколько там, 20 лет. Вначале я очень сама акцентировала на это внимание. Мне кажется, это было даже излишне. И в какой-то степени мне это даже мешало. В каких-то моментах все равно я отвлекаюсь на этот момент, но в целом, если брать так ситуацию, то я не вижу, что что-то прям так кардинально поменялось. Не надо на этом зацикливаться. Это для футболиста это как и для него как рост. То есть если все будет идти по течению, для него не будет никакого роста. Поэтому это следующая ступень в моей карьере, которую я должна принять, и значит, так должно быть. И я думаю, что я с этим справлюсь.